Памир. Мощно и уверенно провели эту встречу москвичи. В середине первого тайма Сергей Дмитриев открыл счет. А еще чуть позднее, после удара Олега Сергеева, счет уже был 2-0 в пользу ЦСКА. С таким счетом закончился первый тайм. Во втором гости пытались наладить свою игру, провели несколько острых контратак, но смогли лишь сократить разрыв. Окончательные надежды душанбинцев были развеяны после мяча Владимира Татарчука и меткого удара Валерия Брошина. 4-1 красивая победа москвичей. После этой встречи в активе ЦСКА 22 очка, и команда возглавляет турнирную таблицу. Вот последний гол.